На минувших выходных в Академии бокса Александра Лебзика состоялся финал первенства Московской области по боксу среди юниоров. В турнире сильнейших участвовали перспективные спортсмены 2002-2003 года рождения. Эти соревнования проводятся в Новогорске с 2017 года. От городского округа Химки я хотела бы сказать, что мы считаем себя самым спортивным городом в Подмосковье, потому что действительно уровень и качество спортивных объектов, которые находятся у нас на территории нашего округа, ну, наверное, они в одном муниципалитете Московской области такой нет, таких нет. И, конечно, внимание от администрации уделяется каждому виду спорта, которым занимаются наши дети. Но у нас есть флагманы, есть наша гордость, и, конечно, это центр, это гордость нашего городского округа. В турнире приняли участие воспитанники из 12 подмосковных школ бокса. В общей сложности зрители увидели 9 поединков. За боями юных спортсменов наблюдал и сам Александр Лебзяк, олимпийский чемпион по боксу. В его академии есть социальная программа. Дети из малообеспеченных семей занимаются бесплатно. Для многих из них спорт – это путевка в другую жизнь. Во-первых, знаете как, чтобы они не лазили где-то под два рамп, по улицам, это я утрирую так, на самом деле, чтобы они не занимались вот этой всякой гадостью, вот пускай приходят, занимаются, мы как бы уже собрали в человек 50, еще есть желающие, поэтому тренируются, им не то, что они тренируются, мы им рассказываем культуру бокса, мы им рассказываем, что это хорошо, это плохо. Взять улицу, как бы наркотики, алкоголизм, там, другие какие-то нехорошие вещи, выхода два. Или тюрьма, или смерть. Что дальше выхода нет. В спорте это и здоровый образ жизни. И ты узнаешь новых друзей, ты знакомишься. В этот раз Юрий, боксер из подмосковной Балашихи, взял верх над соперником. Победы в таких видах спорта даются с потом и кровью. Чтобы на ринге чувствовать себя уверенно, молодой человек тренируется 6 дней в неделю на протяжении 9 лет. Нужен настрой правильный, правильное поведение, как у тебя психологический настрой. Нужно понимать то, что ты выше соперника, настраивать себя на победу и идти вперед. Академия Александра Лебзика существует в Химках уже 3 года. На сегодняшний день она считается самой крупной боксерской школой. Здесь тренируются детские и взрослые группы по направлениям бокс и кикбоксинг, а также регулярно проходят соревнования.